После по-летнему солнечной и теплой погоды жителей Чувашии ждет резкое похолодание. Завтра возвращается зима, сильный ветер и мокрый снег. Столбики термометров не поднимутся выше 3-6 градусов, а ночи станут морозными с температурой до минус 3 градусов. На дорогах, возможно, гололедица, а значит, с переходом на летнюю резину пока лучше повременить. Тепло вернется в выходные.